На днях вот доработал вот этот автоматический керн. Ну, я там видеоролики показывал, что керн оказался сырой. Напильником легко точился, а потом я его даже сверлом обычным, непобедитовым, очень легко даже просверлил. Вот. Ну и получилось вот здесь твердосплавный наконечник. И еще удобно, и можно использовать как чертилку и как керно. Но встретились мне вот такие дюбеля, два вот дюбеля. Но вот этот дюбель толстоват, он пятерку. Надо или тогда вот это растачивать, ну что-то вроде неохота. А существует еще вот такой вот дюбель. Он диаметр имеет 4. Вот сейчас вот этот собью, и он даже, по-моему, без доработки сразу может встать. Вот сюда. Вот сейчас я попробую. Ну вот, сбил вот эту шайбу, убрал, чуть подправил немножко. И вот теперь вставляю. Собираю. Вот получился вот керно. Вот я сейчас пробую. Вот. Работает. То есть с минимальными доработками, грубо говоря, только надо сбить вот эту шайбу. Но вот такие вот дюбели, я знаю, много людей применяют, ну, когда нет под руками керна, в качестве керна или керно, вот, кернят с помощью них. Они каленые, ну, в бетон залетают. Вот, так что вот, ну, себе я, конечно, оставлю вот с победитовым наконечником. Мне нравится, что вот очень он хорошо чертит, размечает. В качестве чертилки хорошо используется.